Добрый день, меня зовут Руслан Елишев, я представляю компанию RusCNC и станки марки, торговой марки Tao Laser. Эти станки мы производим в России из премиальных китайских комплектующих, раму полностью, корпуса мы делаем сами, все находится производство в Санкт-Петербурге. Отличительная особенность этих станков в том, что люди, которые проектировали станки, в частности, один из них перед вами, вот, они работали 10 лет на подобном оборудовании и очень хорошо понимают изнутри процесс резки, гравировки, поэтому в этих станках предусмотрели все то, что обычно приходится делать на покупных станках, когда вы покупаете, там, допустим, китайский или еще какой-то станок, да, примерно такой ценовой категории, вам придется что-то доделать или там делать под себя. Так вот, в этих станках мы многое предусмотрели. В частности, здесь вот, если говорить о обработке камня, вот, и гравировке камня, то этот станок имеет откидную крышку переднюю. Она откидывается, стол можно опустить, вплоть до того, что здесь можно подвозить камни прямо на дополнительных удерживающих устройствах. Обычно данные станки не рассчитаны на вес, которые имеют большие там каменные, там, гранитные изделия. Здесь это все предусмотрено, вы можете подкатить держатель и награвировать, и прямо с ним откатить, да, то есть это очень-очень удобно. Здесь у нас есть сквозной стол, то есть подобные там плиты, да, они могут быть достаточно больших размеров, которые можно сюда закатывать. Можем поставить серводвижки на этот лазер, и обычная скорость гравировки на наших станках стандартная достигает 600-650 мм в секунду, а это достаточно большая производительность, вот, линейной скорости. Можем поставить серводвижки, увеличить скорость даже до 2-4 метров в секунду, то есть это существенный прирост в производительности и в количестве изделий, которые вы можете выпускать за одну рабочую смену. Лазерные трубки можем комплектовывать абсолютно разные, это может быть лазерные трубки стеклянные, как стандартно ставят. Мы ставим очень хороший бренд, даем очень большую гарантию, аж год даем гарантию на свои трубки. Вот. Также можем поставить РФ-трубки, которые позволяют получать очень высокую скорость гравировки, как я сказал, это порядка 2-4 метров в секунду. Очень много доработок, ставим лучшие контроллеры, мы работаем напрямую с заводом, производителем Руида контроллеров, и какие-то сложные задачи решаем напрямую с инженерами. Опять же, это уменьшает там время простое или каких-то решений сложных задач, которые могут стать перед клиентом. Механика, она роликовая, на хромированных металлических роликах, позволяет также получить достаточно большую скорость гравировки по сравнению с типовыми рельсами, направляющими, которые обычно используются. Используем полиуретановые ремни, которые очень надежны, очень мало растягиваются, позволяют, опять же, достаточно много времени проходить без дополнительного техобслуживания. И у нас в станке предусмотрены две вытяжки. Две вытяжки почему? Потому что камень при гравировке, он испускает каменную пыль, каменная пыль, естественно, забивает механику станка. Когда вы подводите две вытяжки, она позволяет взвесь, которая находится сверху, сразу же высасывать, и это не оседает, ну или там оседает намного меньше в станке, соответственно, техобслуживание приходится делать реже, меньше происходит износ лазерного станка. Дополнительно к этому можно поставить специальные шторки, которые будут закрывать механику от там, материалов особой там, грязности, что ли, да, которые испускают большое количество подобной пыли. Данные станки позволяют гравировать как векторные изображения, так и растровые фотографии, все это в софте предусмотрено, все это настраивается, очень несложно. Вот, поэтому данный аппарат очень будет удобен для применения в этой сфере. Еще раз говорю, мы многое здесь предусмотрели конкретно для обработки камня и подобных материалов. Также мы производим станки, которые позволяют помимо неметаллов, да, то есть работы с камнем, камнем, пластиком и деревом, работать также и с тонкими листовыми металлами, таким как сталь и нержавейка. Данный аппарат позволяет как делать гравировку по камню, по фанере, пластиком, также и работать с тонкими металлами. Обычно это до 1,5 мм, в реальности можно до 2-3, но 2-3 это уже прям очень крайняя для них возможность, да, то есть где-то до 1-1,5 мм это достаточно комфортный уровень работы, то есть покупая один такой станок, вы можете работать и с камнем, делая гравировку, также работать с деревянными материалами, да, это фанера, это массив, делать какие-то изделия из листовых материалов деревянных, работать с пластиком, делать различные изделия из оргстекла, АБС, пластика, да, поликарбонат, ну и многих подобных. И также резать металл, если вы работаете с кровельными задачами, да, или какие-то небольшие делаете изделия, которые требуют последующей гибки, обработки, металл в полимере, оцинковка, вот этот станок может делать все это, да, то есть за сравнительно небольшие деньги вы получаете очень универсальный аппарат. Опять же, производство России, Санкт-Петербург, поддержка, комплектующие на складе, сервисная поддержка, там, техобслуживание, все российское, местное, очень можем оперативно это осуществлять. Обращайтесь, если вас интересует. Обращайтесь по нашим контактным адресам, это сайт в интернете rucnc.ru, 5 букв, rucnc.ru, а также телефон +7 904 670 70. Ответим на ваши вопросы, пожалуйста, звоните, обращайтесь, ставьте задачи, мы очень любим конкретные задачи, да, если вот вашего производства требует определенных задач, формулируйте, мы подбираем не то оборудование, которое нам удобно продать, а то оборудование, которое реально будет хорошо решать ваши задачи. Спасибо.